Выставка «Заповедный пояс» — это результат одноименной всероссийской экспедиции по маршруту от Белой реки до Белого моря. Экспозиция, которая знакомит зрителей с красотами Водвозерской земли, открылась в фойе Карельской государственной филармонии. Миссия проекта познавательная и пропагандистская. Члены экспедиции посещают разные заповедные уголки нашей Родины с целью показать всем желающим ее природное и географическое разнообразие. Через объектив путешественников, фотографов и сотрудников парка нам становятся ближе удаленные уголки Водвозерья. Стремнины, вамы и иликсы, строгие кубоватые главки Ильинского погоста, переливы недостижимого северного сияния. Посетить экспозицию петрозаводчане и гости столицы республики смогут до 14 октября.